Вы не обращайте внимания, что у меня некоторые тут блоки просто, ну, не работают. Это баг, я потом как-нибудь с этим, ребята, разберусь. Я думаю, вы поняли по званию видео, что это у нас новая рубрика. Я думал, она выйдет где-то в среду или в четверг. И я вижу Тушканчика! Тушканчик! Тушканчик? Он не боится меня? Смотри, какой прикольный. Блин, мне нравится. Мне нравится. Здорово. Мать моя женщина. Она шипит. Смотри. Эй. Ой-ой-ой, больно. Понял, понял. Понял, все. Это выживание с модами, ребят. Да, я потом буду разбираться, добавлять новую моду, но пока с этими. Так, ладно. Давайте добудем дерево. Кстати говоря, я забыл моду на шейдеры добавить. Думаю, в следующей серии у нас будет все отлично. Так, ладно, ребят, давайте добудем наконец-таки наше первое дерево. Тут добавляются новые биомы у меня должны. Добавим новые, ну, на мечи и на... Что там еще? На кирки. Кирки вроде. Но, ну, кирки я не знаю зачем. Пусть это зарит его. Так, вот что тут у нас. Кого мы еще увидим? Мы увидели змею, мы увидели тушканчика. Так, кролик, кролик не считается. Кролик он всегда был. Но все равно кролика мы уже увидели. Вот тушканчик бегает. Мне так кажется, нас же, блин, эти блоки меня бесят. Почему они такие, я не понимаю. Так, ладно, давайте скрафтим наши первые предметы. И смотрите, здесь добавляются новые блоки. Эндер, что-то там. Вот. Давайте мы сделаем верстачочек. И сделаем у нас палки. Оп. Оп. Все, смотрите, тут бройка. Охренеть, ты посмотрите. Нужны какие-то алмазы. Это алмазный блок? Охренеть, мы обязательно такое сделаем. Блин, я хочу себе какой-нибудь меч. Что это? Это железо же? Да, это железный слиток и мясо. Сколько урона? 7 урона, ни хрена себе. Тут морковка, я так понимаю. Блин, я хочу с мясом, я хочу с мясом сделать. Что мы еще, ребят, можем сделать? Тут у нас что это? Сколько призмарина? Что это? Непонятно. Ой, это надо тоже будет. Это кварт. 14 урона. Смотрите, я быстро стал. О! Смотрите, это что за птица, ребят? О! Ребят, ну что там? Она быстро. Она на кого-то охотится или что? Ну, это кустик. Ты на кого-то охотишься? Она тоже меня не боится. Это круто, меня не боятся. Нифига мне скорость залетает. Тут все багано, но, ребят, я это обязательно буду исправлять и буду добавлять новые моды. Золотой яблок. Блин, я так тут все хочу. Это просто жесть, какие здесь моды. Коса. Коса, ребят. Можно сделать косу. Вот это можно из железа сделать. Крутяк. Смотри. У-у-у, вот и наши блоки поперли. Это радужные. А где нам их искать? Я, ребят, без понятия, ребят. Но мы, думаю, найдем. Все, мы. А, блин, я меч не скрафтил. Да ё-мо, меч сделать. Все, давайте быстренько сейчас забудем и побежим, найдем какую-нибудь ближайшую шахту, потому что шахты я не вижу вообще. Ну, блин, мне все нравится. Смотрите, почему я быстро бегу? Я бесконечно. Вот, смотрите. Мне исчезнет сейчас скорость, или она продолжится? Все, исчезло, наконец. Блин, кого мы... Я так понимаю, в пустыне заводится змей. Ну, тут же вроде еще скорпи... Саб... А, подожди. Это не собачка, это как ее, господи, это не собачка, это не просто собачка, это, как ее, господи, я не помню, как это называется, наподобие волков, не гиены, это не гиены, гиены, они водятся в Африке, это не гиены, ребят, хотя, может, в пустыне тоже гиены водятся, я, честно, не знаю, мать моя, женщина, как, это больно смотреть на эти фиолетовые блоки, это очень больно, ну ладно, смотрите, пустыня, вот это прекрасненько. Но видно, ребят, что пустыня обновилась. Это же видно прям отчетливо. Кактусы стали более... Пустыня обновилась. Это прям жестко вообще. Так что вот. Мне не нравится. Я давно хотел выпустить рубрику с модами, ребят. Очень давно. Так. Надеюсь, мы тут найдем что-нибудь. Интересная мать моя женщина. Так, ломаем, ломаем, ломаем. Чтобы никто сюда не упал. Все. А у нас... Уроту-то-то. А мы же сейчас, возможно, что-то скрафтить даже сможем. Ну, не точно, но все возможно, ребят. Давайте все берем. Тут надо все нам брать, чтобы прям все это... Мы сразу же алмазы нашли. Это жесть. Так, это заберем.
Песок. Ну, песок, ладно, тоже добудем. Что это у нас? Золотое яблоко. Вот это прекрасненько. 35 уже костей. Мать моя, лучше бы столько было это алмазов, ребят. Не, алмазов не нужно. Так, здесь... Что? Мы нашли какое-то оружие. Смотрите. Мы нашли оружие. Это наше, ребят, первое оружие. Это какое-то копье. Фига себе, круто. Мне уже это нравится. Так, это, ну, блин, все, ребят. Давайте посмотрим, что мы... Кстати говоря, может, что-то здесь есть? Нет, тут просто динамит, да? Да, тут просто динамит. Мало ли что-то запрятали. Так, что мы можем... Боже, мы вот это можем скрафтить. Какой меч! Не, это... А, кстати, это другой мод. Это, ну, блин, что мы еще можем скрафтить из алмаза? Все, мы больше ничего скрафтить не можем. Блин, я хотел бы. О! Изумрудный меч! Изумрудный меч! Что, скрафтим давайте? Минус 7 урона. Ну пусть будет, да, давайте изумрудный меч. Смотрите. Изумрудный, ребят. Мне это кажется, было бы хорошо разработчикам добавить, как ее? Изумрудные вещи, изумрудную броню. Это было бы реально круто, ребят. Как вы считаете? Это было бы реально круто. Ладно, давайте сейчас выберемся. Блин, мне бы еще кирку по-хорошему нормально. Ну, блин, уже с самого начала мы еще копье и изумрудный меч. Мне уже нравится. Все, у нас все прекрасно, у нас есть оружие. Но у меня нет еды. Нет, у меня есть золотое яблоко, но золотое яблоко это не для этого предназначено, чтобы есть. Ну, есть, да, но она еще предназначена для того, чтобы становиться сильнее, мать моя женщина, она не убийца. Смотрите, вода. Не, а, ну пустыня такая была. Так, где вообще, что вообще? Давайте побежим, как настоящий скоп. У этого 6 урона, это 7. 8 урона, я думал, у него 7 урона. Ну, кстати, говоря, может, кидать можно? Блин, грустно. А, жители! Вот это нам... Что за спавн? Что за спавн? Я вообще не понимаю, что за везение. Так, деревня, деревушка, деревушка. Тут же, кстати, эти... Верблюды. Да, вот верблюд, смотрите. Здорово, верблюд. О, точно, вот тут же еще смотрите, кто есть. Тут же еще вот такой вот, вот, посмотрите, как они шикарно выглядят. Слушай, мужик, ты круто, нифига вы быстрые. Мужики, стой! Ладно, сено, вообще, ребят, спавн... Что это за... Что это? Ты кто? Вы кто? Мужик, ты кто? Ты кто? Вы кто такие? Подожди. Это измененный голем, а подожди, это кто, брат? Охренеть, что здесь только в этом Майнкрафте не добавилось, ребята, я в шоке. Змея, вы, жители, вы в курсе, что у вас тут змеи? Вы в курсе вообще? У вас тут, ну, тушканчик. Жители просто зашел бы ему посрать. Змея рядом, ничего страшного, ничего страшного. Ну, кушай, ты кушай, ты умрешь, умрешь. Так, кошки обычно... Смотрите, он кого-то убил, брат. Нифига ты моего, чего тебя купить можно? Сейчас что-то купить можно. О, 7 изумрудов. Достаточно изумруд, да, ну нафиг. А, это просто железный меч, серьезно? Что там, кого-то убить хочешь? Давай я тебе помогу. Акула! Акула! Акула, акула, ребят, сваливаем, 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 сваливаем отсюда, быстренько. Видели там акула? Вот здесь где-то плавает. Вон она. Смотри, это новые рыбки или нет? С трезубцем, мать моя женщина. Там кто-то плавает. Вы только посмотрите, здесь, ребята, акулы плавают. Это, я забыл, как эта акула называется. Я забыл сохранение инвентаря включить. Ё-моё. Так, я думаю, нам надо, во-первых, пойти взять кровать у жителей. А во-вторых, блин, капец, вы жители жесткие стали. У вас тут прям охрана, у вас жесткая деревня. Это не просто, ребят, какая-то вам старая деревушка. А тут прям жесть. Так. Сейчас, короче, мы быстренько пойдем поспим. Я надеюсь, да, тут есть кровать. Так, мужик, здорово, иди нафиг. Все, ложимся спать, ребята, и потом завтра отправимся на приключения. Ребята, спасаем же! Смотрите, нападает! Он нападает на жителей, почему? Они же не нападают, нифига у тебя отталкивают! О, я забыл сохранение на метр... Они зомби убили. Красавчики, мужики! Смотрите, дерутся! Дерутся, дерутся! Мужики, вы чё вытворяете? Короче, вроде как, ребят, я все облутал, а теперь, я думаю, нам нужно бежать дальше. Так, эти какие-то птички бегают. Я хочу выбраться на свободу.
Я знаю, что тебе добавлены мамонты. Ребят, тут акулы, тут жесть. Тут просто так теперь не поплаваешь. Это уже сложнее. У них урон большой, скорее всего. Даже лучше. Так, что это? А, это кактус? Так, что это? О, мангровые эти, болото. Мангровое болото, ребят, нам все. Вот это класс. Может, эти грязи здесь тоже? Подожди, здесь же, возможно, крокодилы. Да, в этом, ребят, моде, где-то на животных. Тут добавляется и вон, и там разум. Может, тут, кстати, грязи с крокодил будет на меня нападет. Кто? А, это собачка, я помню, это кролики. Зайцы, кролики, ребят, это разные животные. Блин, что это за собачка, ребят, я не помню. Блин, нет. Блин, не помню, короче. Не помню, ребят, большому сожалению. Блин, я бы хотел какое-то новое животное встретить, а то мы одних и те же встречаем. Тут медведь. В лесах, скорее всего, водятся медведи, там кто там еще может водиться. Ёжики, возможно. Я не уверен, но все возможно. Так, ладно, побежали пока. Я надеюсь, мы хоть что-то полезное найдем. Так, опять тушканчик бегает. Это же тушканчик, да, ребят, вроде? Потому что у них же они маленькие, у них лапки сзади маленькие. Ну, две. В смысле, две лапки. Блин, я хочу выбраться на свободу, можешь? Пожалуйста. Я хочу на обычную. Все, так, подожди. Я вообще не скра... Не, да, у него... Лера, это что у нас, дыхание и неразрушимость? Ни хрена себе. Кстати говоря, мы можем... Ну, у нас уже есть кровать. Я сейчас... сделаю на хлеб, потому что я жрать хочу. Это ужас, это кошмар. Что это такое? Что это? Блок какой-то срок. Капец он противный, фу. Ребята, я не знаю, извиняюсь, если кто-то есть, если кому-то это противно. Мы можем сделать почти стак хлеба. Ну делаем, что сейчас быстренько похаваем и пойдем дальше. Ё-моё, ребят, как лагает. Там что-то у меня сзади, что-то лагает. Тут эти пузырьки лагают жестко. Так, ладно, давайте сейчас быстренько скрафтим. Оп. И давай. Наконец. А, так, надо будет топорик еще скрафтить, да, у нас? Топорика нету. Птица, спокойно. Давайте позволим себе ее убить. Что это? Ну-ка, если ее ударю, она будет... Она летает! Воу-воу-воу! Нет, я понял, подожди, это быстро. Я понял. Все, она станет угана. Взлетела, смотрите, она умна, она взлетает. Фига себе. Я забыл, ребят, я сейчас быстренько сделал сохранение драк, потому что я не хочу сдохнуть и потом где-то искать свои предметы. Вот. Все, ребят, побежали быстренько. Так. Мать моя женщина, где я? Вон рыбки. Это новые вроде рыбки, да, у нас, ребят? Я не помню, что такие рыбки были в Майнкрафте. Но если есть, то не в шоке. Смотрите, где лягушки? Я лягушек не вижу вообще. Лягушки, ребята, и были в Майнкрафте, кто не знает. Их добавили. Хотя, может, есть свои лягушки, типа новые лягушки в этом моде на животных. Или нет? Не, я вообще лягушек не встречу. Это кто-то сказал лягушка, вот они прыгают. Так. Я так понимаю, мы всю серию будем сейчас путешествовать. А, побежали. Побежали, кабанчик. Так. Оп, у нас, наверное, где-то 7-8 рубрик уже, да, ребят, на канале? О, да, нет, нифига. Я думаю, мы уже выбираем. Бать, моя жизнь, где? Нормальный. Просторы, я не знаю, как это еще назвать. Мангровые болота вроде как никак не изменились. Наверное, этот мод вышел тогда, когда еще не было мангровых болот, и как бы не знали, что они выйдут, и из-за этого они не обновлены. Там змея была. Привет. Подожди, она обороняется, смотрите, она встает в стойку. Типа, не подходи ко мне, я укушу. Что, ребята, если я такую позу змею видел, уж бегите. Хотя в реальной жизни она давно на тебя накинулась. Так, ладно, бежим, ребят, пока. Так. Не, я не хочу мангров. Мать моя жизнь, где нормальные виды? Смотрите, тут сухие деревья, вот, видите, сухие. Вот чувство, будто апокалипсис какой-то произошел. Да? Так, ладно, побежали. Кабанчиком.
Так. Ладно, бежим дальше. Так, ладно, побежали, ребят, дальше. Я хотел сегодня дежурного выпустить, но я не знал, про что там снять, я не знал. Ладно, побежи. О, наконец-то в джунглях же вроде. О, тут же уже леопарды, тигры водятся вроде бы. Ребят, сейчас наконец-то первое может сражение начнется. Но это, наверное, где-то вглубь. О, слон! Это бегемот! Или кто это? Это бегемот? А он убегает, смотри, бегемот бы отомстил. А это эти, как их? Ой, за что? За что, за что? И тут это горилла, ребят, здорово. Простите меня, за что? Мать моя женщина, мне страшно. Ты что, давайте с ним поборомся, сейчас поставлю спавн поинт. Вот прямо вот здесь. Давай, подходи. Давай. На, собака. Да, убили. Она еще на меня поперла, ребят, видели? Что это за животное? Я не знаю. Я не помню, что это за животное. Но это, я так понимаю, не бегемот, потому что бегемот бы, наверное, уже давно бы меня сожрал. Бегемоты, кто-то говорит, что считаются они вообще опасными самыми животными. Они считаются, потому что у них огромный рот, они могут... Вот об этом я и говорил. Так, вон еще один. Видите, справа. Справа у меня. Кстати, не нападают на них? Почему не на них? Ладно. Меня не заметили или меня заметили? Они будут нападать? Эй, у меня есть курочка. А, они на меня не нападают? Понял. Я думал, они на меня не нападают. Не, ну как-то странно звучало. Они на меня не нападают. Тигры на меня не нападают. Это шок. Ну, у них урон ни хрена себе, брат. Мать моя женщина, помогите. Давай. Не даем ему. Не даем ко мне подойти. Не даем. На. Блин, что-нибудь было бы, например, тигриное мясо там было бы. Это было бы реально прикольно, но, к большому сожалению, нет ничего. Так, мы встретили уже гориллу. Кто это? Это оранжевая панда вроде называется. Как-то так. Но она очень милая, она добрая. А горилла будет хоть отвечать? Горилла же это такая животное, да? Она жрет арбузы. Ты чё? Она арбузы жрет. Видели? Это же вот эта птица из Angry Birds. Вот это самая, которая она кидается сильно. Смотрите, какая прикольная. Охренеть, сколько тут всего в этих джунглях. Это что? Мать моя женщина. Так, ладно. Кстати, может мы в шахте что-нибудь какие-то руды найдем? Реально. Так, ребят, у меня для вас очень плохие новости. Я, в большом сожалению, сдох. Я там нашел алмазы, но... В большом сожалению, знаете, в чем прикол? Мы бы их все равно... Смотрите, что-то выпало. Мы бы все равно алмазы, ребят, там бы не добыли. О, что, кушать это? Что это значит? Что он делает? Подождите, что он делает? Здорово, брат. Что за дело? Вы же он мне лук выбил? Не понял, что он сделал. Ребят, хоть что, ничего не понял? Не, я сейчас ничего не понял. Он что-то сделал. Он, может, за мной пойдет, нет? Хотя, если он бы... Он сейчас отошел, он бы за мной обратно пошел бы. Странно, как странный какой-то. Тушканчик. Они, видно, любят змей. Странно, почему они на них не нападали. Я так понимаю, они любят мясо. Нифига себе, тушканчик жесткий. Ну, честно, в реальной жизни реально так? Напиши в комментариях, кто знает. Кто разбирается в этих животных. Так, вот эта собачка опять. Я забыл, как называется. Так, смотрите, мне просто рандомно прибавляется скорость. Просто рандомно. Да, почему-то мы прострали эту шахту, ну ладно. Так. Смотрите, обычные миры. Их тут чуть-чуть. Это ужас. Мне кажется, ли она тоже обновилась? Смотрите, как здесь. Здесь, может, что-нибудь соспавнится? Как думаете? Типа из животных, которые спавнятся на поле там. Ладно, ребят, давайте побежали дальше пока. Да, сегодня ролик поздно вышел, по причине, что пока я пришел, пока поел, потому что жрать хотел невозможно. Так, ладно. Так, она взяла не реагирует, потому что там люди гуляют. Так. Мы все гуляем по пустыне. Я не знаю, что нам делать.
На моих глазах соспавнился. Нифига себе, брат. Кстати, Игоря, может, у тебя что-то новое купить можно? Ну-ка. Да, смотрите. У него... Вот, ты... вот сейчас ты реально полезен, ребят. Он теперь продает мечи. Смотрите. 15 урона, 20. А ты случайно не оборзел? Ладно, все равно, ребят, он наконец стал полезен. Он тебе продает мечи, которые по 15 урон. Конечно, дорого, но, ребят, все же меч. Все же меч, ребята. Что? Радуйтесь. Ладно, ребят, побежали дальше. А, побежали дальше. Я не знаю, нам нужно хоть что-то найти. О, мы сейчас уже там еще какие-то мечи найдем. Просто это что? Нам, вам повезло? Деревня, два вот этих замка. Джунгли, новые животные, строитель торговца вот этого богатого. Где ты высоко со спавном? Мужик, слушай, ты, наверное, переборщил со спавном. Кто это? Это эндермен, что ли? Если я уже успел переспать, ребята. Блин, капец, эти блоки меня бесят, которые вот эти не работают. Я не знаю, что это может быть, но все, ну, может, это какой-то блок. Логично, это какой-то блок. Так, ладно, спустились мы где-где, а вот. Так, значит, что там сейчас будет? Я надеюсь, что полезно. Какое-то дерьмо. Так, первый алмаз просто. Ну вот, не, ну я не знаю. Но алмазная конская броня, первое железо. Ура, ребят, мы теперь богаты. Опа, все, собираем. Что я выбрал? Что я выбрал? Хорошо. Так, еще железо, ни хрена себе. Спасибо, я сейчас себе кирку скрафчу. Нет, из алмазов я сделаю кирку. Мечи у меня все есть. 14 урона! Ни хрена себе! Мне дико нравится. Охренеть. Это суперский видос. А, тут, смотрите, тут еще, оказывается, одна была. Космон, давайте я их выложу. Ребят, давайте на этом и закончим, потому что здесь давайте прямо и останемся. Но я в первым делом... Что? Мы можем, смотрите, что сделать. Шлем изменяется. Что мы можем скрафтить? Что мы можем сказать, что это? Непонятно. Можем взять какой-то меч, нет? Блин, грустно. И шерсти, серьезно? Прикол. Прикольчик. Так, ладно, давайте сделаем нам наконец-таки кирку. Кирочку, и у нас получается все. Все, у нас наконец-то будет нормальная кирка. У нас есть 6 железа, я даже не знаю, что нам сказать. Давайте сделаем вот это, да? Шли, как я буду выглядеть. О, я был так. Ладно, ребят, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Увидимся с вами в следующих видео. Ссылка на мой телеграм в описании, там вся информация, и я вкладываю моду. Всем удачи и всем пока!